Друзья, всем огромный привет! Сегодня буду готовить быстрый, а главное, полезный ужин. Кому интересно, оставайтесь со мной. Берем форму, смазываем маслом, высыпаем замороженные овощи. Здесь у меня картошка, брокколи, зеленая фасоль стручковая, морковка, перчик, кукуруза. Сверху выкладываем куриное филе, мелко порезанное. Одно филе у меня 330 грамм. Готовим заливку. Берем 2 яйца. Также берем 5 столовых ложек сметаны. 2, 3, 4, 5. Щедрую щепотку соли. Чеснок. Черный молотый перец. Специи берите свои любимые, которые вы любите. Чуть-чуть кориандра. Все хорошо перемешивать. Все хорошо перемешали. Выливаем. Теперь закрываем фольгой. В разогретую духовку на 180 градусов на 40 минут.